Житель Каменско-Уральского сам чинит дорогу у своего дома. Разбитый асфальт на улице Репина мужчина заделывает подручными материалами. Просто хотел ездить комфортно по дороге. Вот и все. Надоело ездить по ямам. Решил сделать как раз ремонт крыши, затеяли тут в соседнем доме. И вот этот скидывают остался. Решил заделать эти ямы. Проезжающие мимо водители дорожника Самоделкина поддерживают и даже просят починить другие дороги. Но вот помогать ничем, кроме советов, никто не спешит. Управляющие компании облагораживать дворы, судя по рассказу добровольца, тоже не хотят. Между тем, движение в этом дворе оживленное. Рядом с тремя многоквартирными домами работает детский сад.